Вот такая красивая начинка мясная. Мясо абсолютно не разваливается. Из пирожков, из блинчиков оно вываливаться не будет. Оно сочное. Оно прям вот, ну, оно очень вкусное. Если ваши дети попробуют, то, поверьте, может не остаться на пирожки. Поэтому давайте я вас научу, как я его делаю. Оно действительно очень вкусное. И вот сейчас я вам хочу показать, насколько оно хорошо держит форму блинчики. Вот, смотрите, разрезали блинчик. И вот такое оно получается. Оно у вас не высыпается. И прям вот такое вот красивое. Видите? Так что пробуйте мою начинку. Кузя. Кузя очень любит блины. Он готов за них родину продать. Да, Кузь? Ты моя зая. Да, угощайся. Приятного аппетита тебе, Кусечка. Да. Вот так вот. Вот. Вот так мы любим блины. А тарелку помыть. Вот, молодец. Правильно. Для приготовления такой начинки нам потребуется отварное мясо, провернутое через мясорубку, бульон, в котором варилось мясо, кусочек сливочного масла и репчатый лук. Лук пережарили до золотистого цвета. Высыпаем фарш. Даже много фарша у меня сегодня. Так. Вот. Обычно на этом этапе все заканчивают и вот в таком виде оставляют для начинки. Нет, мой рецепт немного другой. Далее заливаем бульон. Подливаем по чуть-чуть. Мясо начнет вбирать в себя жидкость. Так. Нет, это еще мало. Вот. Еще. Каждый раз помешиваем и смотрим, что у нас с вами получилось. Не переживайте, бульон отслаиваться не будет. Мясо возьмет в себя всю жидкость. В моем варианте это говядина. Мясо подойдет любое, и курица, мною проверена, и свинина. Баранину не делала. Но я думаю, что баранина тоже любит воду, поэтому все то же самое будет. И вот вы видите, насколько все получается, насколько он получается пушистый. Все, нам осталось только все это дело прогреть. И вот такая начинка красивая. Видите, ничего отслаиваться не будет. Ни вообще вода не будет отслаиваться. Бульон. Вот такая красивая начинка. Да, забыла добавить. Нужно попробовать, конечно, на соль. Если мало соли, то стоит ее добавить. У меня по соли все хорошо. Всем приятного аппетита!